приветствует интернет-магазин eServer, и сегодня мы хотим более подробно вам показать процесс обжимки коннектора RJ45 проходного типа. Как вы видите, мы уже подготовили кабель под забивку данного коннектора с помощью нашей прищепки. Осталось только выставить его под стандарт B. Берем коннектор. Как видите, жилы проходят сквозь сам коннектор. Кабель попадает в коннектор вместе с изоляцией, что позволяет не выбирать длину, соответственно, жилы, которые мы обрезаем. Далее мы берем обжимку. Продеваем через отверстие нужного стандарта и обжимаем. Как видите, коннектор обжат, лишние жилы были отрезаны, нету никаких торчащих жил, и коннектор аккуратно сидит на данном кабеле. Всем спасибо за внимание, всего хорошего.